Ребят, мы с вами находимся в гостинице «Азимут» в городе Мурманск. Сейчас мы поднимемся на верхний этаж, где находится клуб «Небо». Он называется в афише «Седьмое небо». Вот если вы не жили в 90-х, если вы не успели ощутить, что такое настоящие 90-е, то мы сейчас вам это покажем. Свой этаж. 17-й, я уже нажал. Здравствуйте. Итак, мы находимся в клубе, не видно, «Небо». Лучший типа клуб Мурманска. А что сегодня происходит здесь? Two People Мурманск вечеринка. Two People, как еще раз? Мурманск. Two People Мурманск. Девушки ходят по подиуму, представляют себя. Они участвовали в множестве конкурсов, чтобы попасть сегодня на эту вечеринку, прекрасную вечеринку. Здесь присутствуют самые сливки города Мурманска. Давайте, так сказать, вы нам проведете небольшую экскурсию по сегодняшнему клубу. Да, конечно, только мы не можем вас допустить до нашего заведения в этом виде. Оп, стоп, и отказала в ласке мне. Почему? Потому что у нас есть определенные правила посещения нашего клуба, с которым вы можете ознакомиться в любой день, придя к нам и давайте мы обнимемся, посмотрим, давайте, ребята, фотографируемся, да, конечно. Вас вы не обязаны предоставить пресс-карту. Для чего? Потому что откуда я знаю, кто вы? И молодые люди, вы сейчас нарушаете мои конституционные права, я не вижу, чтобы молодой человек... Конституционные? Класс, так. Ну что-нибудь еще добавьте, просто нам не хватает материала для того, чтобы дополнить этот репортаж. Эти молодые люди пришли сегодня, чтобы попасть. Посмотрите, как я воодушевленные лица, как все радуются сегодняшнему. Посмотрите, какая музыка звучит там. А посмотрим на образцовый дресс-код. Пожалуйста, нужно, значит, одеться в прекрасный молодой пиджак, человек, сейчас, положить в пиджачок, значит, ручку, или можно положить, знаете, например, платок. Сюда, например, больше подойдет, например, оранжевый. Дальше, значит, нужно одеться обязательно в штанишки и, что самое важное, посмотрите внимательно на прекрасные ботиночки. Они не должны быть спортивными. Если вы придете в модных New Balance или в модных Asics, вас сюда не пропустят. Знаете, кого вас пустят? Посмотрите, вас пустят вот туда, на окраины этого клуба, в туалет. В туалет. Вам скажут, смотрите, что вам скажут. Нажмите. Молодые люди, я вам на вас согласен на съемку меня, лично меня. Он скажет, нажмите кнопку. Что значит, нажмите кнопку? Значит, они нажмут кнопку по вызову сотрудников полиции. О, господи, полиция! Что же я вам делать? Вы были здесь внутри уже? Нет. Пару слов, пожалуйста, о том, чем вообще знаменита мурманская жизнь. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев, блядь. Ну, блядь, ну никакого вообще. Мурманская жизнь, ну ёпта, блядь. Без комментариев, блядь. Можно считать это место самым крутым местом Мурманска? Ну, думаю, сейчас да. Уточняю, «Азимут», 17 этаж, это the best place of сейчас the Мурманск, да? А почему? Почему? Извините. Не надо. Мама, я не с ним. Чьи трусы просидел? Ты в шапке, нет? Первый этаж, пошли отсюда, пошли. Итак, ребята, пойдемте посмотрим, те, кто дует на улице. Прекрасные девушки, которые только что вышли из клуба. Значит, спросим у них. Девушки, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы были ли наверху на 17 этаже уже? Были, да. В этом клубе? Нет, конечно, мы снимаем, как я в трусах хожу по гостинице. Отлично. Еще не успела зайти. А вы здесь уже были раньше? Алло. Сделать нет. Нет! Ни разу. Сегодня для девушки откроется новый мир, где стоит охрана на входе и говорит: не, ну, блядь, в спортивной одежде заходить нельзя, ёпта я, блядь. Ребята, они мне скажут, а вы здесь были уже наверху, нет? Был. А как-то вообще наверху, да? Нормально, нет? Мне не понравилось. Вот! Правда, матка. А почему не понравилось? Там бред полнейший. Что там? Бред полнейший. Не зайти нормально, не... Толку зайти там нормально, толку нет сидеть. Вообще неинтересно. Неинтересно. Два раза неинтересно. Друзья, это был обзор клубной жизни в гостинице «Азимут» из клуба «Седьмое небо».